Маргарита стала настоящей разрушительницей стереотипов. Практически ежедневно блондинка проводит за рулем общественного транспорта. Это была детская мечта. Окна дома выходили на улицу, там как раз была конечная. Просыпалась со звуками троллейбусной трели, ложилась под голос кондуктора из динамиков. Одно из главных развлечений было смотреть, как они ездят, как они меняют угли, как они сверкают зимой. Сложность в том, что все люди разные, как водители вокруг тебя, так и пассажиры. И, конечно, нужно всегда сохранять спокойствие в любой ситуации и помнить о том, что ты несешь огромную ответственность. Несмотря на пол, водители соседних авто не дарят ей комплименты. Наоборот, говорит девушка, стараются всячески помешать. Это там, в городе. Сегодня движение без пробок, троллейбус, руль и полоса препятствий. 8 элементов – это проезд канавы, заезд в бокс, змейка, остановочная площадка. На дорогах встречаются колодцы, поэтому и этот элемент у нас присутствует, объезд колодца, чтобы не наезжали. Вот, в общем, ничего там сложного для них нету, потому что это повседневная их работа. Конкурс чем-то напоминает сдачу экзамена на вождение. Некоторые упражнения так и вовсе похожи. Вот классическая парковка в гараж. С той лишь разницей многотонная машина как будто веревками привязана к проводам вот этими штангами, которые в народе именуют рогами. Тут сдают нервы даже у профессионалов. Вы почему там все метитесь-то? Я понять не могу. Волнуюсь. Мы не можем понять, когда выключать секундомеры. Крутцов тоже получил, так что вы не от нее товарищ. Таких, как Маргарита, единицы в профессию. Водитель троллейбуса сейчас идут неохотно, особенно девушки. В двух городах края, где на линии выходит этот вид транспорта, в основном работают мужчины. Именно представитель сильного пола как раз и стал победителем сегодняшнего конкурса. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости.